Привет-привет! Сегодня делаем вкусную закуску – маринованные баклажаны. Нам понадобится баклажан, лук, чеснок, петрушка, 9% уксус, масло, у меня оливковое, хотите, добавляйте подсолнечное, соль и сахар. Начинаем! Первым делом чистим баклажан. Отрезаем. Верх и низ. Теперь отрезаем бока. С одной стороны и с другой стороны. Теперь режем баклажан в длину, шириной примерно 1 сантиметр. Так вот полосками и нарезаем. Теперь мы разогреваем духовку на 190 градусов, где будем печь наши баклажаны. Берем противень, намазываем противень маслом. У меня, как говорила уже, оливковое. Кто хочет, тот намазывает растительным или подсолнечным, кому какое больше нравится. Теперь на эту противень выкладываем нарезанные баклажаны. И сверху баклажаны тоже обмажем маслом. Хорошо обмазали наши баклажаны и ставим их в духовку на 25 минут. Теперь нарезаем лук полукольцами. Петрушку. Чеснок. Как хотите. Хотите мелко нарезайте, хотите выжимайте. Я буду выжимать через пресс. Выжимаю сюда наш чеснок. Сюда добавляем сахар. Соль. Масло. И уксус. Перемешиваем. Так это выглядит через 25 минут. Теперь нарезаем. Я режу пополам. И как на кубике. Размерчик любой, какой вам только нравится, какой вам удобен. Вот так нарежу все наши баклажаны. Выкладываю наши нарезанные баклажаны в мисочку. Добавляем нашим баклажанам. Еще раз все перемешиваем. Все тщательно перемешали. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 24 часа. Итак, готовы наши баклажаны. Прошло 24 часа. Теперь я добавлю к ним шашлычок из духовки и буду обедать. Приятного и вам аппетита! Попробуйте!